Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, проспект Антонова, 18. Посмотрим новинки и ассортимент. В продаже есть наборы бокалов для вина, очень симпатичные. Цвет такой, знаете, как хамелеон. Здесь в упаковочке 3 бокала объемом 240 мл. Покажу поближе, как они выглядят. Изготовитель Россия, город Гусь, Хрустальный. Стоимость такого набора 305 рублей. А еще привезли вот такие наборы. Здесь 4 бокала объемом 780 мл. Посмотрите, какие они огромные. Предназначены они для вина, либо для воды. Изготовитель тоже Гусь Хрустальный, цена 788. В продаже есть сковороды литые алюминиевые с антипригарным покрытием торговой марки Кукмара. 26 см диаметр, бакелитовая ручка, высота бортиков 4 см. Подходит для всех видов плит, кроме индукции. Цена 926 рублей. И есть чугунная сковорода блинная диаметром 22 сантиметра с маленькими бортиками, с деревянной ручкой, и ручка здесь съемная. Изготовитель Россия. Вот есть фиксатор специальный, который нужно открутить, и ручка снимется. Стоимость 599 рублей. Кружка палитра в ассортименте по цвету 360 миллилитров. Объем такой кружечки. Покажу, какие есть в наличии. Изготовитель России, Гусь Хрустальный, цена 65,50. А еще есть кружки с декором листья. Они тоже объемом 360 мл, по форме практически такие же. Очень симпатичный декор. Цвет только такой в наличии. Изготовитель Гусь Хрустальный. Стоимость такой кружки 65,50. Кастрюля литая, алюминиевая, с антипригарным покрытием, со стеклянной крышкой в комплекте. Крышечка имеет специальное отверстие для выпуска пара. Объем кастрюли 5 литров, изготовитель Россия, продается в коробочке, цена 1447,50. А это электросушилка для грибов, ягод и фруктов. Называется она капелька К700. Мощность у нее 125 Вт, здесь 5 ярусов, диаметром 33 см. Изготовитель город Санкт-Петербург. Работает бесшумно, цена 1357 рублей. В наличии есть кружка «Сказка». Кружка из натрикальца силикатного стекла с очень интересным дизайном. Объем 350 мл. Изготовитель город Гусь Хрустальный. Смотрите, есть еще просто гладкие, без пупырышек. Цена у них одинаковая, 50 рублей. Тарелка суповая, глубокая, из опалового стекла. Диаметр тарелочки 20 см, объем 800 мл. Стоимость 102 рубля. Также есть тарелки плоские, десертные, диаметром 20 см. Они изготовлены из фарфора. Изготовитель – Республика Беларусь. Такие тарелочки стоят 81,20. В наличии есть миски из нержавеющей стали диаметром 28 сантиметров. Объем такой миски 4,3 литра. Высота бортиков 11 сантиметров. Изготовитель Китай. Стоимость 210,50. А еще в наличии есть в ассортименте эмалированные чайники с декором. Они объемом 3,5 литра. Изготовитель Россия, город Магнитогорск. Смотрите, какие красивые. Цена 739 рублей. Банка бакалейная для сыпучих продуктов. Она стеклянная, с крышкой, объем 900 мл, называется «Вива». Изготовитель Паша Бахче, город Бор. Стоимость 156,50. Жаровня алюминиевая с антипригарным покрытием, с бакелитовыми ручками и со стеклянной крышкой в комплекте. Диаметр 28 см, стоимость 801,40. А еще в продаже есть сковорода «Вок». Глубокая, литая, алюминиевая, с антипригарным покрытием, с бакелитовой ручкой. Диаметр 28 см, объем 3,5 литра, цена 949 рублей. Форма для пиццы классика, диаметр 33 см. Форма полностью перфорированная, с антипригарным покрытием, производство Китай, цена 231 рубль. А это казан походный, алюминиевый, литой, с крышкой и с ручкой. Объем 8 литров, толщина стенок 4 мм, цена 1079,90. Форма для запекания жаропрочного стекла Боркам торговой марки Паша Бахче. Размер 40 на 25 на 6 см, продается в коробочке. Изготовитель Турция. Стоимость 509 рублей. Набор чаш для кухни со сливным носиком и с ручками. В наборе здесь 3 чаши разного объема, цвет только розовый в наличии. Изготовитель России, стоимость набора 199 рублей. А это металлическая подставка для крышек. Она настольная, длина 36 см. Изготовитель России. Стоит такая подставка 239 рублей. Полка навесная, металлическая, для ванной комнаты. Она двухъярусная, вариант прямой с бортиками.
покажу поближе, как они выглядят. Высота примерно 40 сантиметров, изготовитель Россия. Крепеж здесь идет в комплекте, ничего дополнительно покупать не нужно. Стоимость 198 рублей. Набор аксессуаров для кухни. Всего здесь 6 предметов. В этом наборе изготовлены из полистирола, выдерживают температуру до 200 градусов. Изготовитель Россия, цена 288. Универсальный стиральный порошок Lotus для цветного и для белого белья. Масса здесь 6 кг, стоимость 237,50. Также есть детский стиральный порошок Пупси, он гипоаллергенный, бесфосфатный, можно использовать с рождения. Масса 4 кг, изготовитель Россия, стоимость 171 рубль. Губки хозяйственные, 13 штук в упаковочке, все они разного цвета. Изготовитель Россия, цена 52,50. А еще есть автомобильные щетки, щетка Скребок, хорошего качества, с мягкой ручкой, длина щеточки 63,5 см, в составе полипропилен, изготовитель город Самара. Цвет черно-синий, качество мне очень понравилось, ручка очень удобная, всегда будет теплая. Здесь их в наличии много, цена 172 рубля. В продаже есть из мебели комоды на 3 выдвижных ящика. Комод размером 70 на 72,5 на 41,8, цена 2889 рублей. Также есть тумба подвесная напольная из модульной системы Токио, размером 90 на 33 на 26 сантиметров, изготовитель город Пенза, стоимость 889 рублей. Стеллаж из ЛДСП, цвет каштан венге, 6 полочек, размером 50 на 181 на 25 сантиметров, есть еще белого цвета, цена 2203 рубля, изготовитель город Ижевск, мебельная фабрика Алисия. А еще в наличии есть столы кухонные на металлических ножках со столешницей из ЛДСП, цвет коричневый. Размер 115 на 59 на 75 сантиметров, стоимость 1677 рублей. Из мебели также в наличии есть еще кухня из ЛДСП белого цвета, длиной 160 сантиметров. Здесь 4 шкафчика, 2 навесных и 2 напольных. В комплекте столешница, цвет тростник. Изготовитель России, город Пенза. Набор состоит из 4 упаковок, стоимость 6590 рублей. А еще в продаже есть вертикальные ручные пылесосы, 2 в одном, с вертикальной парковкой. Мощность пылесоса 600 Вт, пылесборник контейнер 1000 мл. В комплекте щетка для пола и ковров, щетка для мебели и щелевая насадка. Цена 1799 рублей. Горелка газовая Zolder, насадка на газовый баллон. Это насадка с пьезоподжигом, цена 156 рублей. Также есть и газ всесезонный премиум-класса, высокой очистки, 400 мл объем, изготовитель Россия, город Калининград, цена 78,50. Подушка анатомическая с эффектом памяти, размером 40 на 60 на 11 см. Наполнитель здесь Memory Foam, а чехол трикотаж белого цвета, съемный на молнии, можно стирать. Изготовитель Россия, город Чебоксары, стоимость подушки 1053 рубля. В ассортименте есть матрасы Холкон размером 80 на 200 на 5 сантиметров с очень красивым наматрасником. Наматрасник на молнии, тоже съемный, цена 1039 рублей.